Мне нравится. Ну то ж белый цветок на конце. Ивана замолвила. А Миша в телефоні сидить, йому. Я ж тобі казала, є два типи дітей, які на вулиці гуляють, які в телефоні чекають. А це цвіточок остався. Хватит, зачем ее на раз уйти? А, нет. Давай, пошел, пошел. Попер, 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 попер. Ух, да далеко не. Зацепилась за гриб. За гриб. Пошла, пошла. Ох ты! Ты бачишь, вот она вообще резва. Ми її вдома натренували так, що вона з випрыжки. Давай, попер. Так, ну далеко також не тікай. Оборвав. Ну, ось силачка яка. А вже да? А ну давай. Заново. А ну давай. Все, опять. Надо на палку одевати, нитка виставила. Давай, давай, дорогая, давай. Шипить, шипить. Давай, давай. Все, сейчас мы будем по ушам. Она уже. Все, Стас сбил. Стас сбил. Ну ты там шуршишь, она. Все, поймал. Забирай. Ну, забирай. Все, 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 наверное. Не, хотя мы холодно было. Там, ну ты уже закрутила ей ноги. Ух, прыжок какой, а? Красота. Все. Хищник, а? Ну это хищник. Страшно, а? Все, да, да. А, давай, давай, отыкай, другой, другой, другой. Другой шишку. Луна, стой, 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 стой. Это ты уже и меня запутала. Давай, давай, резко, резко. Опа. Да резко, чтоб не лишнюю порвать. Да. Все, запутался.
сказка. Вчора я вже не буду співати. Борис, мама. Не успеваю. Она уже заморилась. Думаешь? Да. Тут много поблажек уже. Ты опять ее обкрутила. Зачем ты вокруг неї? Ловлюся. Погладь. Вот как хорошо. Хорошо. Мяу. Всем хочет привет. Скажите пару слов. О, хорошие слова. Ваши комментарии. Что по поводу мяса? Ну, хоть пальцем. О, молодец. Ухе быть. Это, конечно, все, что мы поймали, но уже что-то есть. Вот такой вот подлещик и плотвичка. Ну, это мы кошечке отдадим вот этого вот мелочь. Думал, что уже и рыбалки особо не будет, но вроде жара, но подлещик все-таки взял. Давай. Так они запрыгнут. Опа, прыжок. А? Запутала ноги запутала. Она опучится постоянно. Тишина, спокойствие, ой. Ой, кошмар. Я как раз заснял. Он такие страсти. Опа. Да, конечно, запах такой.
ты на ручку, малышка.